Сегодня второй день изоляции, Света. Да. Что ты? Чем ты сегодня занималась? Я сегодня делала по номерам, там соединяла с точками. Я делала... Еще мы хотели поспать, но мы не поспали. Неудачно. Мы еще посмотрели телевизор, мы там... Я хотела порисовать, я еще нарисовала волка, там графический диктант сделала. Еще сделала тематику, как обычно. Мне осталось сделать там на завтра 3 странички и на в понедельник и на вторник 3 странички. Я сделала все с тетрадочку, потому что мы делаем с мамой. Завтра приедет бабуля из Перми, ура! Вот. Завтра снимем, надеюсь, бабулей. Так, сегодня второй день карантина, самоизоляция, Санкт-Петербург, Сосновая Поляна. На нашей спортивной площадке сегодня целый день гуляют, играют дети, взрослые. Сейчас вот продолжают играть в футбол. Ничего не меняется в целом, как и в обычные дни. Сломался немножко штатив, надо делать ремонт. Отлично. Временный ремонт штатива. А что делать? Без штатива-то никуда. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте в ссылочке на колокольчик. И всем до скорых встреч. Всем пока.